Представляем вашему вниманию автокресло Cybex Aton 2. Автокресло Cybex Aton 2 предназначено для самых маленьких, от рождения до 18 месяцев и весом до 13 кг. Автокресло Cybex Aton 2 отличается от своего предшественника наличием защитных вставок, расположенных по бокам автокресла. Дополнительная защита от опрокидывания и вся конструкция надежно поглощает все удары. У автокресла имеется специальный вкладыш, расположенный под обивкой автокресла, специально для самых маленьких. Благодаря ему кресло растет вместе с вашим малышом. При необходимости его легко можно снять. У автокресла также имеются трехточечные ремни безопасности и дополнительная вставка для новорожденных, которая обеспечивает комфорт во время поездки. Для того, чтобы расстегнуть ремни, вам нужно нажать на красную кнопку посередине, и ремни легко разойдутся по сторонам. Если вы хотите ослабить ремни, вам нужно нажать на кнопку в передней части автокресла и потянуть ремни на себя. После того, как вы усадили малыша в автокресло, вам нужно свести защелки и защелкнуть ремень безопасности. Для его регулировки вам нужно потянуть за ремешок, находящийся в передней части автокресла, и отрегулировать для нужной вам длины. Также у автокресла имеется капюшон, который регулируется в двух положениях. При необходимости его тоже легко можно убрать. Теперь посмотрим, как установить автокресло Cybex Aton 2 в ваш автомобиль. Для установки автокресла в ваш автомобиль вам нужно поставить его против хода движения. После этого вам нужно убедиться, что ручка поставлена в вертикальное положение. Затем мы берем штатный ремень безопасности, нижнюю его часть пропускаем в специальные синие держатели, расположенные по бокам автокресла, и защелкиваем в замок. После этого берем верхнюю часть ремня безопасности и пропускаем в специальный держатель, расположенный на задней части автокресла. Для дополнительной защиты вам нужно будет выдвинуть боковые вставки, расположенные по бокам автокресла. Обратите внимание, что автокресло также можно установить на переднее сиденье автомобиля при отключенной подушке безопасности. Также автокресло устанавливается при помощи базы Cybex. При помощи специальных адаптеров автокресло устанавливается на шасси колясок Cybex Topaz, Callisto и Onix.